Хидира. Хидира пас выполняет на Манджукича. Тот возвращает мяч Хидире. Удар по воротам 1-0. Открывает счет Ювентус. 36-я минута. И отличается сами Хидира. Очень затяжную атаку футболисты Ювентуса все-таки завершили взятием ворот. И вот в этой атаке, конечно, тот самый класс. А в этом чемпионате подыграл он Манджукичу. Тут успел отдать передачу и внешней стороной стопы практически без замаха пробивает Хидира. Вовремя ушел с пути Игуаин. И сами Хидира открывает счет в матче Ювентус Пескара. Во втором поединке кряду забивает Хидира, но